Живописец, график, монументалист. Один из самых именитых художников Чувашии и России Ревель Федоров отметил большой юбилей. В свои 90 он продолжает творить. Его картины и есть связующая нить времен, где наряду с прошлым нашлось место настоящему и будущему. Труд всегда вызывал уважение Ревеля Федорова. Именно таких людей, преданных своему делу, он и писал портреты. Отдельная линия в творчестве – герои войны. Выписанные характеры, прошедшие войну земляки, предстают на картинах как живое воплощение твердости и силы духа. Но, пожалуй, главная тема его творчества – это гармония человека и природы. Ревель Федоров родился в деревне Большие Чаки Урманского района. Его малая родина не сильно изменилась с тех пор. И по сей день узкие деревенские улочки, величественная церковь и просторные сельские пейзажи вдохновляют художника на творческие открытия. Вот какая-то вот эта нить проскальзывает в произведениях, которые я в последние годы пишу. Работаю в мастерских, не просто создаю. Находим правильный тональность палитры и наносим на холст. Нет. Это должно полностью вырасти, рождаться в процессе нахождения художника в обществе, в процессе нахождения художника в природе. Вот я нарисовал себя на этой картине. Сижу сосуженно на пеньке. Пень. 90 лет художника. Лауреат государственной премии продолжает писать. Поэтому главные пожелания, которые звучали в его день рождения, это крепкое здоровье и творческое долголетие. Рифат Фаткулин, Олег Цыпленков, Республика.